Уже сегодня мы создаем транспорт будущего. Быстрый, безопасный, экологически чистый и доступный. С каждым днем мы становимся ближе к появлению новой транспортной философии, нового видения, нового технологического уклада под названием Skyway. Существует 15 этапов развития Skyway. Этап – это совокупность действий и мероприятий, направленных на развитие и становление технологии в целом. Смена этапа подразумевает выполнение всего объема работ и достижение запланированных показателей, установленных компанией-разработчиком. Работа по реализации проекта струнного транспорта Skyway была начата в 2014 году, что соответствует первому этапу. С этого момента развитие технологий продвинулось до 8-го, который завершается 8 марта 2017 года. Чем же запомнился нам уходящий 8-й этап? В конце ноября 2016 года на территории испытательного полигона Skyway Экотехнопарка был дан старт ходовым испытаниям подвижного состава. Юнибайк преодолел свои первые километры по небесной дороге. Параллельно с ходовыми испытаниями подвижного состава на завершающий этап вышла процедура сертификации струнного транспорта. В декабре 2016 года проектная организация Skyway заключила ряд соглашений о сотрудничестве с научными организациями в рамках сертификации струнного транспорта. На 8-м этапе строительные работы в испытательно-сертификационном центре Skyway вышли на финишную прямую. Государственными органами выделена земля под строительство 16-километрового участка высокоскоростной трассы, на которой подвижной состав Skyway сможет развивать скорость до 500 км в час. Уходящий этап характеризуется ростом имиджа технологии Skyway и коммерческого интереса к ней на международной арене. Представители России, Турции, Филиппин, Индии, Австралии и Канады посетили экотехнопарк и цеха опытно-экспериментального производства Skyway. Подписан ряд документов о сотрудничестве, открыты новые направления партнерства и взаимодействия, рассматриваются новые проекты адресного строительства. Что нас ждет на 9-м этапе? Продолжение работ по всем направлениям строительства в экотехнопарке. Расширение опытно-экспериментального производства и штата конструкторов. Создание новых образцов подвижного состава. Завершение строительства, испытаний и сертификации участка легкой городской трассы. Присоединяйся к команде Skyway. Вместе мы сможем изменить этот мир к лучшему.